За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом. Ситуация сложная, но контролируемая, заверяет в Министерстве здравоохранения. Медики обращаются к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не вызывать и так перегруженную скорую помощь, если не требуется экстренной госпитализации. Да, мы передаем неотложные вызовы на поликлинике и стараемся максимально скорую помощь задействовать только в сложных ситуациях, когда идет падение сатурации, дыхательная недостаточность нарастает и требует госпитализации. Приоритеты отдаются более тяжелым пациентам. Поэтому приоритет для вызова – это лихорадка в течение 3 дней и более выше 38,5, затруднение дыхания, боли в грудной клетке и частота дыхательных движений больше 24 в минуту. Чтобы помочь в первую очередь тем, чья жизнь в опасности, вызовы скорой помощи синхронизировали с обращениями в поликлиники. Первичное звено усилили студентами-медиками. На лечение в стационар принимают только так называемых тяжелых пациентов или средней степени тяжести. По словам врачей, лечебная сеть города и области испытывает колоссальную нагрузку, но ситуация при этом остается стабильной. Да, в эту волну мы имеем больше тяжелых пациентов, чем их было в первую волну. Но, повторюсь, эта цифра стабильна. Мы в режиме реального времени подстраиваемся под любые изменяющиеся обстоятельства и в том числе готовы к усугублению эпидемиологической ситуации. Есть достаточный резерв аппаратов ИВЛ, есть материальная база достаточная резервная, поэтому мы готовы к любому развитию событий.